Добро пожаловать на наш сайт! Сегодня приготовим манник с яблоками в мультиварке. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Первым делом подготовим манку. Заливаем крупу теплым молоком и оставляем набухать как минимум на 30 минут. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем небольшим кубиком. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызгиваем кусочки соком половинки лимона. Мягкое сливочное масло взбиваем пару минут миксером. Всыпаем сахар и взбиваем еще 5 минут до бела. Вбиваем в массу яйца по одному и продолжаем взбивать массу до гладкости. К этому времени манка уже набухла. Перекладываем ее к масляной массе. Перемешиваем миксером. В тесто просеиваем муку и взбиваем до однородности. Добавляем разрыхлитель и корицу по вкусу. Перемешиваем. Подготовленные яблоки перекладываем в тесто и аккуратно перемешиваем лопаткой или ложкой. Получается очень воздушное и яблочное тесто. Перекладываем массу в смазанную маслом чашу мультиварки и готовим в режиме выпечка 80-100 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Манник с яблоками в мультиварке готов. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!